А несколькими часами позже, только уже в Сургуте, начался митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Почтить светлую память о погибших в Великой Отечественной войне, возложить цветы к мемориалу славы приехала и губернатор Югры Наталья Комарова. Нет, заявляем в войне, всем свою еще одну силу. Должна трава зеленой быть, а небо синим-синим. Сургутские ветераны Великой Отечественной, которых с каждым годом становится все меньше, в ходе митинга вспоминали годы войны, в частности, как встретили ее в начале в июне 41-го. К мемориалу памяти венки и цветы возлагались от администрации Сургута и Сургутского района, районной и городской думы, силовиков и общественности. Глава региона к месту возложения цветов шла рука об руку с героями тех страшных дней.